6 апреля в Институте филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого Казанского федерального университета состоялась республиканская научно-практическая конференция для школьников «Юный лингвист». Это у нас уже 6-я республиканская научно-практическая конференция для школьников, которая называется «Юный лингвист». И основная цель для того, чтобы подготовить талантливую молодежь нашей республики, и именно молодежь, которая интересуется как иностранными языками, так и родными языками. Здесь родной язык и русский, и татарский язык. У нас очень много работ в плане сопоставительного исследования. Для нас это очень важно, потому что именно наша кафедра занимается подготовкой преподавателей именно для школ по двум, как минимум, иностранным языкам. Всего на конференции представлены 5 секций – сопоставительные языкознания, также секции в переводоведении и литературоведении. Принять участие в конференции приехали не только школьники Казани, но и учащиеся со всей республики. Заявок было очень много. Это более 200 заявок, но, конечно же, мы в рамках 5 секций не можем вместить такое количество участников. Мы отобрали только лучших. Знание иностранного языка повышает не только нашу культурную осведомленность и развивает речевой аппарат, но и помогает нам намного легче сориентироваться в другой стране и найти общий язык с иностранцами. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз.